Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В Курске на скамье подсудимых окажется мужчина, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погибли два человека, и одному был причинен тяжкий вред здоровью. Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Курской области закончил расследование дела в отношении 64-летнего жителя областного центра. Он и был водителем той самой маршрутной «Газели», в которой погибли люди. Трагедия, напомним, случилась 7 октября прошлого года в 19 часов. Обвиняемый, будучи водителем маршрутного такси «Газели», осуществлял движение со скоростью около 80 км в час, превышающее установленное ограничение, отметили в пресс-службе ведомства. Маршрутка врезалась в припаркованный на улице Магистральной большегруз. В результате аварии две женщины-пассажирки, находящиеся на переднем сидении, погибли на месте. Еще один пассажир получил телесные повреждения. Следствие уже собрало доказательную базу, дело направлено в суд. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.